Здравия желаю, уважаемые подписчики и гости канала. Продолжаем опыт. Сейчас мы сделали обогреватель на зиму с галогена. На низком напряжении, ребята, на большом токе. Но система работает от реле Амрон. 1/10 только поступает ток, видите. А 1 секунда ток возвращается назад в аккумулятор. Для компенсации системы 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 тенистеров. То есть система на компенсации. Нагрева почти нет у энистеров. Далее. Нагрев, ребята, системы. градусов. Отлично. То есть это, видите, она и не светит, но прогревает хорошо. То есть на низком токе она не светит. Видите, трубка не светит, но хорошо прогревает на 177 градусов. Дальше, расход. Какой у нас расход, ребята? Расход, как видите, нулевой. Ток взял, и он вернулся на 12,26. Это мы видим хорошо. То есть расход нулевой, потому что мы берем только 1/10 долю секунды и сразу возвращаем назад. Значит, схема: аккумулятор и энистеры для компенсации на 500 ватт. Значит, галоген с трубкой, видите, трубка нагревается до 177 градусов. И реле Амрон. А сейчас я зарисую вам затраты нулевые, а КПД более 1000%. Сейчас мы посчитаем. Обратить цвета. Значит, что у нас идет? Аккумулятор. Автомобильный АКБ. Автомобильный аккумулятор АКБ. Так. Далее. Минус напрямую, а плюс, ребята, через реле Амрон. Реле Амрон настроено. Значит, у нас назад. Почему-то. Хотя было видно, что, значит, этот цифровой, этот самый счетчик, вот этот вот, который крутится, циферблат, магнит вот этот вот, возвращался назад. А здесь видно тоже. Далее. Значит, вот такая схема. И на ней еще есть, чтобы нагрев был успешный, ребята, 6 ионисторов. Компенсация 6 ионисторов. В принципе, эта схема универсальная, что вчера показывал. Универсальная схема. Только разные параметры. Значит, у нас получается 100.